тебя книги есть? Да? Скучал, успел почитать. Вот, по порядку. По порядку 4. А потом так будет. А я 7. Ну это было давно. Не, ну все равно техничек жить и не прочитали. Возможно. Вот он перед того. У меня 12 томов Златоуста куплено, лежат. Ленивый. А что же еще в интернете читаешь? Ну, в интернете. Нет, если бы я где-то в другом месте жил, я бы читал. А я рядом с генетиком все. Это наоборот. Это наоборот. Игорь тоже, Дубров, говорит, когда книги выходили, он говорит, я читал только вопросы-ответы, а проповеди, я, говорит, слышал на богослужении, я, говорит, уже их не читал. Их не читал. Все, он так прочитал все книги. Ну, покажу, у него там целый штемп книг, где ты все прочитал. Да, на втором этаже у него сейчас. Я тоже этого Лескова не убрал, у него 12 томов Лескова есть, около 7, вот я 5 томов у него прочитал. Сейчас намного богаче стали. Дальше прогласите, если детей поставим, прям туда в все, молимся, да? Рождество Твое, Христе Боже наш, воссияй мирами светом разума, в небо звездам служащий, звездой лучахуся, тебе кланяйтесь солнцу правды, и тебе видите с высоты востока, Господи, слава тебе. Благословите. Он не слышит. Игнатий Тихонович, благословите. Бог благословит, во славу Божию. Аминь. Видите же, как Бог любит. Заставьте чай по всему столу. Быстрее. Слава Христу. Я знаю, как бояться, а вдруг она... Там мы сейчас не выйдем. Я хорошо. Что тут делать? Я не знаю. Прошло, не прошло. Все митрополита толкают, если стоит, ждет, что ждет? Благословение. А он и говорит, сейчас, говорит, всем достанется, а больше всего мне. Каждый раз приходится касаться какой-то темы. Господь благословен. Ждать будем. Останется, сейчас будет еще. У меня дома сердяжья уха, я поехал домой. И несмотря на это, его царица любила, пенсию повысила ему. Любовь Николаевна, что вы там летитесь, как мышка?